Автомобили с шашечками к вашим услугам практически на каждой остановке. В Сочи действует порядка 200 лицензированных таксомоторных организаций, которые гарантированно довезут вас от пункта А в пункт Б. Имеют путевой лист, предоставят кассовый чек, да еще и скидку дадут на следующую поездку. И что самое главное, обеспечат безопасность пассажиров. Чего нельзя сказать о бомбилах. К сожалению, это явление массовое, но незаконное и сложно контролируемое. Распознать нелегальных городских извозчиков практически невозможно, но специалисты Департамента транспорта и связи, полицейские и сотрудники отдела по борьбе с нарушениями административного законодательства все же находят методы поиска иглы в стоге сена. Один из них – подсадная утка. Человек попросил это самое сюда подвезти водоканал, он опаздывает. За денежное вознаграждение. Но он отдал мне, говорит, я тебе дам. Ну, вы знаете, что это незаконно. Ну, я еду сюда, в водоканал, мне документы отдавать надо, я в ЗАГСе работаю. Отговорки типа «человек стоял под дождем, не было по пути, я его подвез» уже не действуют. Факт нарушения налицо. Лицензии на перевозку у водителя не оказалось. Горе бомбило, сетует на цвет его машины. Она не белая, как должна быть. Перекрашивать дорого, а зарабатывать надо. Ответ на этот вопрос один. Человек должен найти таксомоторное предприятие, заключить с ними трудовой договор и легально вполне работать. Определяются места, определяется направление движения. У них есть связь с диспетчерской службой, которая направляет, помогает. Проверяют выход машину, исправность техническую. С начала этого года перевозчиков, у которых не было путевых листов и лицензий, выявлено более 100. На водителей составляются административные протоколы. Они обязаны заплатить штрафы. Автомобили отправляют на штрафстоянку, далее судебные разбирательства. В общем, лишиться колес можно на срок от 12 дней до 2 месяцев. Еще и заплатить за нарушение придется немалую сумму. Кстати, с начала года штрафов было выписано на сумму более 5 миллионов рублей. Бороться с бомбилами сложно, но можно и крайне необходимо, подчеркивают в мэрии. У нас работает несколько тысяч незаконных легковых такси, которые приехали со всей страны. И они работают как им вздумается, во сколько им вздумается и по тем тарифам, которые они определяют сами. Это называется просто беспредел. Поэтому нам нужно всем миром подняться, пригласить волонтеров с помощью депутатов городского собрания, с помощью депутатов законодательного собрания, с помощью общественности. Нужно просто с этим злом бороться. Департаментом транспорта города уже разработан пакет документов о внесении изменений в краевой закон о деятельности таксомоторов. Он будет передан на рассмотрение в законодательное собрание края. Пока у муниципалитета нет прав на выдачу лицензий и контроля за перевозками. Мы на этой неделе готовы эти документы предоставить и предоставить документы в законодательное собрание края с выходом инициативы города Сочи о том, чтобы и разрешение, и лицензии, и некий порядок работы таксомоторов был определялся внутри муниципалитетов, особенно тех, которые на виду всей страны. Это позволит контролировать как налоговые поступления, так и безопасность самих перевозок. К обязательному наличию таксометра и необходимых документов на право перевозки пассажиров добавится единая форма у водителей и цвет автомобиля. А главная цель, чтобы жители и гости курорта смогли пользоваться легальными такси с высоким сервисом обслуживания. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.